Всем доброе утро. Вот подошел к завершению тот чемпионат Краснодарского края. Саня Александр. Абинского района, да. Вот они, Эдвин. Все тот же самый Эдвин. Тот же самый полетный лист. Сегодня у нас последний участник. Светлогорский. Светлогорский. Поселок или село? Все, старейшина. Где наш самый главный? Нарцисс Вазгенович что-то задерживается. Нарцисс Вазгенович задерживается. Все, полетный лист. Записали? Приготовили? Приготовили полетный лист. Все, готово. Идем это, да? Пойдемте, будем записывать голубей. Передайте всем привет. Большой привет. Привет всем голубятникам. Все, пошли писать. Голубка, голубь, да? Саня, это у тебя тут только гонные, да? Да. Два белых и один чиль, да? Чернорябый. Правильно? Да. Саня, ну короче, я понял. Ты хочешь всех просто уничтожить. Да, сейчас да? Нас ушатают просто. Не цацкается. Не цацкается, Санек. Он сказал, зачем мне 5-7, 3 и все. Белый чиль. Еще один третий. Чилька. Вон он, вот раз, вон два, три. Вадим, тебе надо книги писать, страшилки. Вот тут третий у нас. Плохо видно, а шапку видно. Так я где? Можно посмотреть? Вот он. Два белых, да? Эта птица будет сегодня летать. Два белых, самая эта. Да. А тут это вот, чьи, ребята здесь. Тут каждый лесополки по три. Все, и я с вами. Все, вот. Погода хорошая. Так, вот мой друг дождался его самого главного. Он сразу с кружкой. Привет, родной, привет. Все, Нарцисс Вазгенович на месте. Сейчас пойдет поздоровается со всеми. Банда в сборе. Все, мужики. Все вроде собрались. Все, кто нам более интересен и важен. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения. Саньки фарта. Погода, небо чудеснейшее. Небо чудеснейшее. За голубятни. Так что все. Все вот так. Все здесь. Все. Сейчас будем поднимать птичку. Погода шепчет. Погода сегодня как никогда. Да, погода да, как никогда, вот именно. Саня. Санька птичку вот поднимает. Смотри, сразу она в ход пошла. Время будет фиксировать, как скажет. Фиксирую. Все, время фиксируем уже. 6:00. Вообще сразу пошли. Птица сразу пошла, один сыграл, а вот он с игрой идет. Хозяин конкретно подает им сигналы к старту в хлопках. Вот они наши. Не, мы будем смотреть, если кто взял, то есть мы пишем. А если там не видно, они будут не видно. Ну, можно записать до тех пор, пока видим. Да, сейчас уже все ходили. То есть это все как бы тут на месте и порешали. Что там, Макар, чуриш не ловил? А что? Все, ребята, здесь птица поднята. И мы здесь. Белого? Нет.
А я их горю. А первого не ловил. Полчаса есть почти. Все, мужики, хорошего дня. Все как положено. Беседы. Птица вверху. В покрытии. Буквально недавно видели. Наши моряки туда заходят скорее. Там особо не разгуляешься. Ушли, не видно. Покрылись. Буквально недавно кто-то видел. И все. Будем теперь ожидать. Беседы. Шутки, прибаутки, истории. Погодка. Бомба. Погода. Погода шепчет. Займи, да? Давай, я тебе деньги заплачу. Надо встанет, даже глава партии. Какой день нам погнать? Это только к Сане за погоду. Саня, за погоду будем тебе, Магарыч, давать, чтобы выбирать следующий гон, чтобы ты сказал, какой день гнать. Да. Ты настоящий шаман. Список тот же. Опять шашлыки. Мясо жарится. Стол здесь. Хозяин положения здесь. Так, все судьи, не судьи. Сообщество все тут. Я тоже с вами. Я тоже здесь. Вот сам со слышником около мяса заснимусь. Все у нас. В процессе. Голуби. Голуби там. Их не видно, но они где-то там. Они там есть. Все. Полянка. Дружеские беседы. Шашлычок. Птица в небе. У нас последний участник. Сейчас посмотрим, что там летает. Гон прошел, в общем, все нормально, какие-то были там недостачи какие-то были. Ну, постараемся на другой раз, чтобы было все четко, чтобы никаких вопросов не было. Гон прошел, как сказать, дружественный, как с уважением ко всем отношусь. Все было хорошо. Я и Вадя вообще четко погоняли. Да. Давайте, всем удачи, всем здоровья. Куда он уже? Вы говорите, надо ехать. Чтобы увеличилось члены соревнований, чтобы голубятник увеличить, принимали участие в соревнованиях. Костик, больше. За тебя, за тех, кто присутствовал, за тех, кто поддерживал, за тех, кто болел. Болельщики, это, как говорится, жизнь, это интерес. А птичка в небе. Спасибо за сказанное, давайте. И за твой дом. Будем жить. За твой хлеб, соль. И за гостеприимство. Ануш, на здоровье. Час прошел, наверное. Какой? Час пятнадцать. Голуби в воздухе, он уже, спасибо вам. Всем спасибо, что пришли от души. Как бы хотелось бы, чтобы в дальнейшем все эти мероприятия у нас проходили в Абинске. Как бы хотелось бы, чтобы Виктор Давыдович тоже подключился, племянника подключили. Ну, чтобы все это как бы было развитие. Чтобы. Да, главное дожить бы. Да, вот все-таки мы все это устраиваем для чего? Чтобы, ну, чтобы жизнь продолжалась. Да, это и жизнь продолжается. Чтобы коллектив сплачивался, чтобы голубятники друг друга знали лучше. Все верно. И чтобы было развитие, потому что вот возьмите поколение, правильно. Все телефонные сидят. Вот чтобы все это надо чаще как бы... Чтобы спорили, а в споре истина рождается. Все верно. Вот истина, она родилась. Чтобы чаще все это проводилось, да, всем сюда, давай. Иди снимай. Давай, иди, ребята, тебя в интернете давай, покажут. Молодые слова. Да вот какой там интернет, да, все не давай, хватало. Давай, да, иди сюда. Всем здоровья. Самое главное, если здоровье, чтобы никто не болел. Всем фиксируем. Фиксируем. Да. Давай, я будем жить. Да. И снова с вами мы. Абинские голубеводы. Надо ж тебя заснять еще. А мы вот так сделаем. И я тут был, мед пиво пил. Саня, сойдется? Пускай летают. Что там стоят? Сейчас ветерок пойдет нормально и пойдут. Я сказал, 15 не отходят. 15, они должны отлетать. Они 15 отходили неделю назад. Саня, 15, не наговаривай. Ну раз на раз. Садиться.
Вот, птичка садится. Санькина. Села птичка. Час 45, да? Час 45, ребята. Два села. Один вот в небе. Один еще в небе. Два села, да. Так, ребята. Фиксируйте время. Эдвин, записал? Все нормально, все под контролем. А так барабай еще не стало. Два села. Он подвел мою седую голову. Я опять рассчитал, где этот третий. Я только что было, я его снимал. Где-то майнул. Ну так, он ничуть ниже среднего, но ходит. Один еще в небе. Все, ребята. Час 45. Три села. А вот голубок, вот он. В небе еще. Я вчера только троих потерял. Ребята, голубь сел. Походу, да, быстро он сел. Прощелкали немножко. Вот он, сел, да, все, сел третий голубь, молодец, с игрою, с хорошей игрой сел. Все, ребята, сколько время, второй, третий голубь, сколько? 8.08. 2.08, отлетал. Все, ребята, вот он. Это молодой. С зеленкой, которая любит? Да, это зеленка. Это вообще еще не известно. Вчера только пищал еще с утра. Вчера с утра пищал, говорят. Вот. 7.44. А это белый 8.08. Время полета. Так, сейчас 44. 2.08. Общее время 4. Мясо есть нельзя, голова не думает. Час, два, 4, 5, 5:40, 5:28, 5:36, 5:36, 5:36, 5 часов. 36. Три голубя отлетали 5:36. Три голубя отлетали 5:36. Да вот привык начальник, вы рассказываете. Всем добрый день еще раз, мужики. Хотел бы, как принимающая сторона, сказать, от души всем спасибо, всем нашим участникам, нашим старикам. Все это делалось, все эти соревнования организуются для чего? Чтобы популяризировать спортивное голубеводство. Летное, игровое. Всем хотел бы сказать спасибо нашим участникам, нашим гостям. Нерсес Владгенович уехал. И от души хотел бы сказать спасибо главному герою нашего этого события. Он стал чемпионом нашего такого небольшого клуба. Всем бы хотел сказать, присоединяйтесь, у кого есть желание, от души можете участвовать с нами вместе осенью. Будем организовывать, будем же, правильно, конечно, дальше все это. Конечно. Дай бог, все будет у нас хорошо, будем каждый год два раза организовывать это мероприятие. Поздравляем от души Эдвина, он чемпион нашего клуба, первый чемпион. Наш старейшина сейчас скажет слово, да. Спасибо всем участникам этого гона. Получился достойный праздник голубятников, голубеводов, зрителей. Получили истинное удовольствие от общения. Круг общения расширился. От общения, от проделанного полета. Кто на что способен, тот и показал. Кто заслужил, тот получает. Поздравляю тебя. Спасибо. Саня, иди, я тоже хочу зафиксироваться. Иди, поддержи телефон. Спасибо. А ты не говорил еще. Ничего страшного. От души. От души присоединяемся. Всех участников. Всех благ. С
Всем здоровья, мужики. Все, пожелал. Спасибо. Да. Всем спасибо. Рад, что познакомился со многими людьми благодаря голубям. Гоняйте птицу, держите, общайтесь. Все мы уже заочно практически знаем голубеводы друг друга на просторах нашего интернета, в WhatsApp и тому подобное. Да. Выгадываем погоду, качаем мышцы голубям, кормим, поем, смотрим не только в клюв, но и с обратной стороны, и будет у нас все хорошо. Полетят обязательно. Дай Бог. Всем спасибо. Удачи. Принимающим, провожающим, да, снимающим. Я тоже с ними. Я тоже с ними. Сочувствующим. Спасибо всем. Всем отдыхайте. Давай, ты иди. Ну что, дорогой, дорогой наш победитель. С победой вот в конкурсе мы сделали вот тебе вот медаль, ты вот, мы тебя от всей души поздравляем, здоровья тебе желаем и таких же счастливых побед. Да. Заслуженная медаль. Спасибо. Да. Спасибо. Вот. Спасибо. Вот есть медаль. И еще денежка есть. Поправь, поправь. Поправь, медаль поправь. Поправь медаль. Вот. И шарики тебе дали. У нас есть такие голуби, такая наклейка. Ну вот, Степа, ну иди ты хоть дяди Эдвину-то рядышком. Давайте сфотографируемся, да? Давид, иди сюда. Давид. Бегом, бегом. В общем, поздравляем, поздравляем. Ура! Ура, ура, ура. Ты молодец.